Здрасте всем, друзья. Это я опять, снова, как всегда. Что еще сказать? Сегодня я буду немножко рыбоблогерствовать. Ну, то есть, побуду немножко рыбоблогером. Приехали мы с Евгением. Он вон там готовится. На Кинерет мы приехали. Решили попытать удачу. Ну, опять же, какая удача? Вы же знаете, какой я рыбак. Я любитель. Побросать, посидеть, посмотреть. Будет при этом рыба, будет классно. Там ветрено. Сейчас я туда пойду, начну снимать. Поэтому из-за ветра звук, возможно, будет не очень хорошим. Ну уж извините, я попытаюсь при монтаже его убрать. Но если не получится, то не получится. Так что не обессудьте. Пойдем ловить рыбу. Ну вот, ребят, первый заброс я забросил. Правда, ветер, зараза, сумасшедший. Просто сумасшедший ветер. Я не знаю, слышно меня или нет. Будет что-то с этой рыбалки или нет. Короче, посмотрим. И вы смотрите. Так, у Евгения, наверное, что-то есть. Будем сейчас Евгения смотреть. Пусто, ребята. Ну, ничего, ждем. Вот эта штучка была поклевка, это вот она. Ребята, по-моему, у меня клюет. По-моему, клюнуло. Оп-оп-оп-оп-оп. Да, что? Муштец. Ну ничего, тоже такой красивый. Не, ну рыба есть, есть, все нормально. Да, рыба есть, значит, значит ловим. Смотри, какая у меня штука есть. Оп. Видите, ребята, пригодилось. Ты маленькую взял. Если взял большую, то бы, ну, большую. Что-то я... Что? Не разобрал. На кукурузу, анисовую. О! Блин! Ну, началось в деревне утро. Твою мать. Ладно. Пока так. Сейчас разберемся. Ну давайте, ребят, Чайковского выпьем за первого карася, блин. Чайковского не желаешь? Я кофе заварил. А-а-а. Это прикол. Ну, ребят, за вас, за нас и за карас. Ветер сильный, плохая рыбалка при таком ветре, но сами видели, один муштик уже есть, маленький. Ну, в принципе, это такой стандартный размер муштов здесь. Бывают, конечно, и побольше, но это, насколько я знаю, это стандарт.
у тебя клюет 100%. Глянь, ты посмотри, там кто-то сидит, по-моему. Оторвал. Зацепилось, да, ну поэтому и дергало. Блин. Я же не тянулся, я просто чуть-чуть отдал натяг, подождал. Так как ты. Было бы очень странно, если бы я. Не, нет, нету. Ну прикормка, может, и вымыла, я сейчас свою тоже переброшу. Да? Давай, интересно. Не матюкайся. Не, а нема никого. Но пробовали, видать. Проверю я, перезакину, посмотрю, что тут такое. Что-то оно непонятно как-то себя ведет. Не, не, никого нема. 100%. Ну было, было, ну было, да, было. Было, но прошло. Кукурузу измочалили на этом сожрали. Бля, не нравится мне, что оно заматывается вот так вот. Так, что-то опять у нас начинается нехорошее. Мне так понравилась погода, что я вторую удочку поставил, а тут это. А вот это, ребят, вот видите, дегустаторы. Дегустаторы, контролеры качества. Вот он один, второй, третий, вон там еще четвертый, пятый. Но я думаю, что это не все. Тут еще как минимум столько же где-то в засаде сидит. Иди сюда. Иди сюда, иди, иди, иди. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди, иди. И вот смотри, какие рожи хищные, а? О, блин, они сейчас со всей округи ко мне придут. Мяу. А я на их языке умею разговаривать. Мяу. 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 Не, ребят, у меня еще самого одна рыбка только. Мяу. Так что идите погуляйте. Да, да, да. Во-во-во-во, вот туда. Мяу. Мяу. Ну, сколько у вас? Только 6? Странно, что только 6. А вот это черное с белым воротничком такое на стреме. Все сели, успокоились, а это на стреме такое. А, это такое, это кот. Мяу.
Может, наконец подошло что-то уже? О, это усач. Хорошенький. Это усач. Вот это красавчик. Это у нас крупночешуйчатый или... Не, это крупночешуйчатый. Да, 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 он самый. Давай, ведро кинь. Ну, есть. Давай. А может, кстати, стая подошла. Может, там уже это... Да, 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 да. Не, я снимаю. Он поймал, а я снимаю. Давай, давай, давай. Уходи, уходи. Руки могу делать. Я ленив. Не то, чтобы прям совсем тяжело, но чувствовалось, что там кто-то есть. Это же он, это вот они вокруг, сука, объедаются, вот эти вот уроды. Вот то, может, оно и дергало. По чуть-чуть, так, знаете, а, блядь, а, блядь. А тут целое, но, сука, запуталось. Вот. Что-то такое огромное такое на самом деле. А какое есть, блядь. Пенопластик тоже. Пахнущий. Сыночка проведать пришел? Да. И чё тебе? Вот-то, ребята, есть. А ты ж зараза. Твою мать, а? Я вижу. Я не знаю, наверное, кто-то цепанул и увел, а твоя леска вон там, посмотри. Тебя что-то сидит, по-моему. Меня сидит? Хотя не... Не пойму я. Стой, давай распутывать. А это ты потащил, и у меня она куда-то поехала. Я ее увидел, что на улице тоже поползал куда-то. Может, омяра. Вот подлёг. Есть? Еще один. Вот это уже
чуть-чуть или такой же? Это мелко. Нет, тоже крупно. Ну, это такая рыба. Ну, так мы за ней пришли. Вот так, ребят, вот столько вот у нас. Я два мушта поймал, Евгений вытащил два усача. Закончили мы рыбалку. Сейчас нам осталось принести жертву местным богам. Чтоб в следующий раз, когда мы приехали, у нас все было хорошо. Вот идет местный, один из местных богов. О, ой, какая красивая, вот она, вот. Один из местных богов. Вот они, глазища. Иди сюда, на. Вот, смотри, смотри, рыба. На, идите, вот она. Берите. Бери, 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 бери. А, самый наглый. Самый наглый бог из всех. Да, да. Да и не надо, чтобы отдавал. Все, мы жертву обещали только одному богу принести. Самое главное, чтобы они у нас ведро сейчас не унесли. Вот так, вы пока... Щелкали? Я не понял, я ее снимаю, она тут пописать решила. Нормально вообще, не? Ну молодец, ямку выкопала. Пока вы щелкали, он рыжий уже рыбку хавает. Так что в следующий раз надо, ребята, быть порасторопнее. Хитрожопая, думала, что никто тебя не видит. Ну, типа такая подкралась к ведру. А ведро мы тут оставим, может, кому пригодится. Ну вот, друзья, вот такая была рыбалка. Сами вы все видели. Вот такой улов. Ну, зато отдохнули. Коты вон рыбацкие ходят здесь прям на каждом углу. Ну, в общем, сегодня я с вами был в качестве рыбоблогера. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за ваши оценки. Ну, как-то так. Всем пока. Было, 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 но прошло.